Ферата. В их дела. Здесь хозяин жестокий тиран Удод, а не мы. Прости, не могу. Спасибо тебе, прекрасная незнакомка. Кто ты? Сначала назови себя. Меня зовут Ахип. Я один из повстанцев. Меня преследуют из-за того, что я собрал людей для борьбы с правителем. Мы грабили богатые караваны в пустыне и раздавали еду людям. Нас нашли. Живых остался только я. За мою голову назначено вознаграждение. Они не успокоятся, пока не убьют меня. Если хочешь, мы провезем тебя до порта. А оттуда... ты сможешь бежать на запад. Но как же остальные люди? Они страдают. Им некому помочь. Как ты собрался помочь им в одиночку? Иногда нужно отступить, чтобы собрать новые силы. Пойдем. Откуда вы? И что здесь делаете? Мы из Фераты, с далеких земель Баленоса, ловим слонят. Заби, помнишь, как мы начинали? Это были прекрасные времена. Слонята водились повсюду, и не было большей радости, чем приручать их. Приручать, кормить, наблюдать, как он растет, заботиться о нем. Но самое главное – научить его искусству боя. Не каждому слону это дано. Сколько этих чудесных слоников мы вырастили, и лишь два из них стали настоящими воинами. А когда я примеряла на них доспехи, то сразу стало ясно. Они несокрушимы. Наш Апоси один из них. Теперь ты уже совсем взрослый. Если ты пойдешь вниз по дороге, то выйдешь к порту. Тут близко, нам в другую сторону. Вот, возьми монету, отдай ее капитану корабля. Спасибо еще раз. Надеюсь, мы не нарвемся на неприятности из-за него. Капитан? Чего тебе? Мне нужно на запад. Вы случайно туда не идете? Может, и туда, и что с того? У меня есть монета. Золотой Фераты? Надо же! Откуда он в этих краях? Мне его дали слоноводы из этой гильдии. Заходи на борт, раз так. Так значит, ты знаком с Фератой? Немного. Слышал я о них историю. До сих пор не знаю, правда это или нет, но однажды они бились за простой серендийский народ против четверых князей. Со всех сторон они отбивались от нашествия их отрядов. Несколько суток шел бой, но они выстояли. Некоторые в Серендии даже называли их предводителя бароном. Барон Фенрир, кажется, его называли. Пираты! Уходи!
На галерах! Помогите! Спасите! Привет! Ты что, потерялся? Я плыл на фрегате с востока, но на нас напали. Обычное дело, тут все кишит пиратами. По одному здесь ходить опасно. Забирайся скорее на борт, я лично спешу. У вас на парусах знаки фераты? Я такие уже видел. Судя по виду, ты из пустынных земель. Где же ты успел увидеть нас? Это длинная история. Люблю слушать длинные истории, стоя за штурвалом. Тихо, тихо, Фенрир говорит. Друзья, сейчас уже трудно представить те времена, когда феррата была лишь малым отрядом из 5 человек. Но искренняя вера в справедливость и упорство творят чудеса. Когда-то и я был неопытным воином и рос вместе с вами. От боя к бою, от поражений к победам, мы вместе строили нашу гильдию. И лишь одно слово объединяло нас всегда – свобода. Свобода в мыслях, в чувствах и в делах. Именно эта внутренняя свобода каждого из нас – подарила ее жителям Баленоса. Сотни людей из других земель ищут убежища здесь. И мы им его дадим. Чего бы нам это ни стоило. За свободных людей! За свободный Баленос! Фенрир! Варвары! Они напали на Северную башню! Проклятие! Опять! Все пали! Они заняли ее! По коням! За мной! Значит, ты грабил корабли пустыни, а теперь прочувствовал на себе морской грабеж? Море ничуть не опаснее пустыни. Это если у тебя нет галеры. А когда их много, то любой злодей не приблизится к нам на сотню миль. Очень красивые у вас корабли. Красота – это то, над чем нужно трудиться и трудиться. Знал бы ты, с каким трудом нам достались вот эти красавицы. Днями и ночами мы собирали и скупали материалы для создания галер. Наши ремесленники не жалели сил, трудились на верфях Велии и Оливии. А когда мы их наконец построили, то море стало нашим вторым домом. И не было ни злодеев, ни чудовищ морских, которых мы не могли бы одолеть. Это были прекрасные времена. Но однажды нам пришлось покинуть родные земли. Путь наш лежал через крутые перевалы межсерверья. И как в любом переезде не обходится без потерь, так и мы потеряли часть снаряжения морских галер. Но сколько ни молился наш великий Фенрир богам верхнего админа мира, нам так и не удалось вернуть нашу утрату. Терять всегда больно. Уж мне-то это хорошо знакомо. Но ничего, мы еще наверстаем потерянное. Соберемся с силами и воссоздадим наш великий флот. Это потеря! Мы не справляемся! Кто?
Это фарвы! Их очень много! Они убили всех на севере! Подходим! Их явно больше нас. Откуда же они взялись? Фенрир, наши галеры пришли. Скоро будет подкрепление. Отлично. Но время не ждет, и мы пойдем как есть. Коби, разворачивай пушки на скале! Есть! Лучникам, занять фланг слева! Лучники, за мной! Кавалерия, вперед! Маги, не подведите! За мной! Отряд! Фенрир сейчас на севере! Нам нужно скорее к нему! Так что скачем во весь опор! Варвары здесь! Черт! Принять бой! Что с тобой? Пошли! Мне даже нечем драться, я не смогу. Держи катану, пошли! Мы уже отстали от своих! Где они? Сойдем с фланга! Развернуть строй! Сыграй все! По коням! Ну что же ты? Знаешь, даже с катаной в руках мне кажется, что я не смогу. Где вы так научились драться? Мало тренировался? Мои скудные умения даже тренировкой не назовешь. Ничего, когда разберемся с варваром, пойдешь с нами на арену тренировок. И быстро поймешь, что к чему. Это как бой понарошку? Вполне себе реальный бой. Сам все увидишь. Мы проводим такие тренировки довольно часто. Там каждый дерется с таким же рвением, как и в реальном бою. Ведь все хотят выглядеть достойно в глазах своих. Мы опять отстаем. Бегом! Ну где же наши морячки? Огонь! Отлично, Коби. Есть попадание. Замкнуть ряды! Огонь! Мы вовремя. Пошли. Спасибо. Вперед! Глубже! Глубже! Вот ведь гады! Такой вечер испортили! Хорошая драка, достойная замена любой таверне. А кто этот скромный юноша? Меня зовут Ахип. Я из пустынного королевства. Надо же! Как далеко ты забрался от дома? У меня больше нет дома. Тиран Удот назначил за мою голову мешок золота. И теперь я в бегах. Как это ни странно... Но именно это обстоятельство спасло меня от смерти. Спасибо тебе, Ахип. Проси, что хочешь. Все для тебя сделаю. Спасибо за такое великодушие, но мне и просить-то нечего. Я встретил ваших людей повсюду, и везде они помогали мне. Ваша Фирата и так сделала для меня все, что я бы мог пожелать. Надо же! Вот ведь могут, когда захотят. Да, чистое сердце творит чудеса похлеще любой магии. Но... Что? Есть еще... Нужна помощь людям пустыни. Удот гнобит мой народ, и я не могу оставаться в стороне. Пустынное войско — это уже серьезно, Ахип. Но нет еще такой силы, которая бы не пала перед отвагой и открытым сердцем. Пойдем.
прошло немало времени, прежде чем Феррата отправилась на восток. Туда, где над честностью господствует подлость, где человек ничего не стоит по сравнению с золотом, и где всякая надежда на счастье уничтожается в угоду тщеславия тирана. И все это время, которое я провел в западных землях, меня не покидали слова Фенрира. Нет еще такой силы, которая бы не пала перед отвагой и открытым сердцем. И пусть оно заковано в броню, но нет еще такой брони, сквозь которую был бы не виден его свет.